сказано, что тот, кто оживляет имя Господа, Господь Бауранга лично выбирает и отправляет на голубую редаву. И те, кто смотрят эти живые игры Господа, попадают вместе с теми, кто оживляет. Я скажу, кто у нас играет. Это у нас бабушка Курномаси, это духовный учитель всего Вриндавана. Справа бык Падмаганга, любимый бык Кришны. Посередине теленок, корова Пингала, Бринда Деви, Лалита, Кришна, Ранха, Судеви и Ешода. Пожалуйста. Великий день сегодня, день явления Вираджини. Сердца Удхак цветут, пенеев детских, пылких поздравлений. Льется вам любой любви и любви. О, Радха, тебе одно прошение. Прими как дар стихи, они чисты. Сердце это подношение теперь легло на белые листы. Радха, Ухинанда Грамма для Кришны милого готовила рассказ. Авторитетно, с точностью до грамма служили ей и огород, и сад. Тут я бежал и сказал, срочно сбей сливки. Вот, со сливками хорошо. Все будет у Ешода в срок и точно. Сказала Рада и застыл. Хоп! Заставил хоп его застыть на месте. Она увидела за кухонным окном того, кто к ней приходит. К невесте. Назвать все это явью или сном? На малюсенькой скамейке готовить корову подарить. А вся коровья, дружная семейка, а я нагнулся, моя имя ниже. Взглянул на Раду, бросив взгляд в стрелу. Ласкают руки волкору, их взгляды встретились, и встреть не расставали. Войдя в шатры, размахнулись очи. Минут или месяцы прощались, гирлянда дней и череда ночей. На ощупь Радха за горшок схватилась, поставила, не глядя пред собой. В руках веселка как-то очутилась, пахтают руки и наперебой. Меня проследы, хвастаясь камнями, крылами машут руки, вверх, вниз, глаза в глаза. Глубинными огнями горя огня горит любовь за таком эскиз. Ласкают руки Кришны волкору. Взгляд на кресте отрадки он не мог. Ладони машинально ставит ног, слепую вяжу пару задних ног. Сидит-то я влюбленный и галантный, и взглядом рвет Радхиних душ. Маски делал.
видит и не видно, и не слышно. Вокруг себя буквально нищие, они в дворце сердец. Там третий лишний, уста поют, пчелу пчело. Твоя веселка, не буду вечно сливки я взбивать. О, Кришна, ну а я Сурабхи тёлка, и буду вечно молоко давать. А я твои сережки со сноровкой качаю в кружках золотых лучах. А я твоя. А я твоя короткая веревка. Катаюсь на сапфировых плечах. Твое я сари, сливки линии, держу весь день в объятиях тебя. А этот медальон, мой взгляд синий, тебя оберегает он, любя. А я же все рожки и флейты эти вьются. Нектар, взбодриться что? Я тулась и пурпурное соцветие. Твоих служанка бархатистых стоп. Возгордился и стал посмеяться.
посмешищем в своих кругах. Мои детишки сильно зарезвились. Видите, тревоги, жены, а вы искривились. Увы, настроены они меня дразнить. Иногда коровой быков я называл, и Анса пришла. Упал престиж мой в этот час недолго. Спасибо, Кришна, защити меня! А нет проблем, попросим Радхарани. Она так любит милость проливать, служа усердно в предрассветной рани. Она умеет волшебство призвать. К тому же, это Радхарани Лила. Она и сценарист, и режиссер. Смотри, такой экстаз меня вперила. В ее я сердце прыгну, как в костер. Огромнейшего стада, мудрейший, потому сам осознал не отбиваться, а любить всех надо и всем служить, ведь ты все это знал. Игру всю эту Кришна мой затеял, я возгордилась превосходством блюд. Зерно причину гордый ум посеял. Я пожинаю нравственный этюд. Меня простите, о Ишода. Нет, сначала Кришна, Ишода. Я сласти не творю из ничего. И хвасталась я зря. Непогода и демон повлиял. Не без того, демон. Была я невнимательна к деталям, взбивая воду, подняла на смех саму себя. Пусть матать же ужалит меня за ротозейство в час потех. О, Радхарани, мы тебя прощаем. Крем пышнейший в том горшке с водой. Мы все миры сегодня угощаем. Тебя прославят все перед едой. О, Радха, прими, пожалуйста, наш танец. Thank you.
вечно вспоминать. На чистым бахтой! Мы всегда в служении! Тебя и Кришну впредь не забывать! Судя по всему, теперь у нас с вами, у каждого из нас, у каждого, кто сегодня здесь присутствует, есть 10 знакомых, за которыми лично придет Господь Гауранга и заберет их на Голубку Вриндавана. Вы представляете, можно хвастаться вообще. Духовная такая, да? Духовное хвастовство, если такое существует, вот оно теперь у нас с вами есть. А вообще я, по милости Кришны, знаком с некоторыми, не со всеми, с некоторыми из этих людей. Мне кажется, что их даже забирать уже никуда не надо, они уже в играх Господа полностью. Вот я несколько человек знаю, и они действительно живут как в Вриндаване, как на Голоке Вриндавана.